Авангард, классика и сказка. В Ивановском художественном музее открылась выставка, посвященная памяти Сергея Чеботарева, мастера текстильного рисунка и графики. Несмотря на то, что художник был довольно известен, многие его работы выставляют впервые. В первую очередь художник был известен своими рисунками по ткани. Его текстильные работы называли яркими и авангардными. Неудивительно, что почти все они были внедрены в производство. По словам специалистов, Сергей Альбертович был очень плодотворным художником. Он создал более 500 рисунков по ткани, часть из них сейчас находится в музее Ситца. На выставке можно увидеть текстиль с простыми, но в то же время уютными мотивами и совсем противоположные рисунки – красочные, абстрактные полотна и кроки. А вот как раз в работах, которые здесь представлены графических, так сказать, работах для себя, он предстает совсем другим. Если в текстиле он авангардист, новатор – то в графике он предстает как такой романтик, задумчивый, очень философский взгляд у него, можно проследить в его работах. И работы достаточно сдержанные по колориту, но в то же время они рассказывают очень много. Практически такая работа-аллегория, работа-притча. У каждой картины, кажется, своя история, поскольку большинство работ выполнено пастелью и гуашью, они легкие и невесомые, почти сказочные. Это картины, в которых можно увидеть волшебство. Наплановый был художник. Он любил рисовать и природу, и цветы, и какие-то абстрактные вещи. Но, в общем-то, все работы мне его дорогие. Много работ дома находится. Иногда сразу получалась работа. Прямо вдохновение находил, и где-то часа за три он уже мог сделать что-то стоящее. А иногда подолгу вынашивал мысли. Выставка будет работать еще несколько недель. Увидеть сказочные работы и авангардные ткани смогут все желающие. Мария Метлицкая, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.